У меня есть эмоциональные карты, тут Рыксины 460-е. Вот такие, значит, да. Ну, это у них, короче, вентили, они нестандартные, на самом деле. Но они примерно такие же, как и тут, и тут. На взгляд, они более-менее такие, да. Что тут у нас еще есть? Ну, естественно, DisplayPort, HDMI, DVI. Ай, потому что это... тут только Digital, DVI-D, да, кстати, не DVI-I. Вот, ну я уже ее разобрал, собственно, да. Вот, радиатор тут, конечно, прям плохой. Прям пиздец. Но он выдерживает, кстати, ее полностью. Что странно, потому что, ну, на вид он прям вообще хреновейший. Хреновейший, значит, да. Сам чип, конечно, у них маленький, да, сейчас, наверное. Так вот, сделаем, да. Как видно, короче, сам чип, он вообще мелкий. Вот, и фаза тут что, значит... Одна фаза на память и три фазы на чип. Что странно. Зачем? Не знаю. Но этот чип жрет, я посмотрел, максимум 48 ватт. Если вы плюс там, ну, плюс 12 ватт сделаете, то у вас будет сколько там? 60 ватт. То есть она буквально жрет вообще ничего абсолютно. Зато она классная довольно-таки. Обычная RX на 460, тут нечего сказать. А с этими вентиляторами, с замененными, она не шумит совершенно. Но они и не родные совершенно тоже. Так что насчет их я ничего не знаю. Сама карта, ну, так себе на вид на самом деле. Где она собрана? Это? Ну вот она такая на вид. Ну хреновенькая, я бы сказал. Пусть она мелкая, пусть она хреновенькая. Но если эта Рыксина вам попадется за 3000, то почему бы и нет, да? Это как GTX 750 Ti. Ну все. Это все. Если надо будет BIOS оригинальный кинуть, потому что они майнены, естественно. Кину в коммент. Так что давайте, быстренький видос такой.